Платован. А я пошла дальше. Смотрите. Ну, это, видимо, сооружение для воды. Сток воды. Видите? Продолжение осмотра. О, класс. Караимская кенаса. Кенаса – караимские храмы. Вот. Почитайте, если что, сами. Паузу сделайте и почитайте, чтобы я время не тратила. Ну, это я вам уже снимала. Пошли дальше. О! Там тоже ходы всякие. Каменный век. Я попала в каменный век. О, открыто ворота. Ух ты! Ух ты! О, ух ты, здорово. Туда вот жалко, проход запрещен. О. Кто может читать надпись? Еще дверь дубовая. Ага, толстая, плотная такое. Памятник архитектуры кенаса 18 столетия. Как в Ханском дворце. Потолки. Так, чуть посмотрим. О! Ну вот так чуть-чуть. Ой, что можно. Там по неру... Ой, старым языком написано. Ой, можно будет оттуда выйти. О, они туда зашли. Ну вот, смотри, уже раритетная штучка. Украинская, советская, социалистическая. Ой. Да, это, конечно, что-то говорит. Сейчас мы попросим зайти. Кенасный дворик. Посмотреть дворик можно дворик будет. Кенаса или кеноса? Украина там и там стоит. Это молели дома Крым. Это большая соборная кеноса, 14 лет. На группе. Для праздников. И вторая 18 лет для повседневных кудышей в этом кунаете. А вот вы нас убили, у нас тут не стояло, скорее, стекало вниз. Наверное. Уважаемые, это не Иркониного дел, это постройка того времени. Чисто черепица, и крыша, понятно, это более современная. А так здание стартового времени. Но вот ой, какая красота. Две стены, что висят на крыле обрыва, со стороны обрыва. Это называется алтарная часть. Такие стрелки, религиозные тексты, хранились в специальных шкафчиках. Можете сфотографировать, тут не можно фотографировать. В конце шкафчики, на возвышении, там столик стоял, тора, главная стене крыла. В центре молились мужчины. Утром и вечером. Утром стоя, вечером приглашение. Перед входом на скамеечках, где мы, что люди, больные, сильно стали деревянные скамеечки. Что такое? Мечеть. Петерна задевки носа омовения. Вот, каменный ящик, прикол, руки, ноги помыл и босиком люди заходили молиться. Здесь собрались старейшины, решали свой вопрос. Женщины заходили молиться через отдельный женский дворик, только после замужества. Вот видите, дворик на второй этаж поднимались, поднимались на второй этаж. Вы были в Ханском дворце, там был гаремный корпус, мелкая решетка. Да видно, что человек стоит за решеткой, но лицо-то его не видно. То есть женщина отдельно, мужчина отдельно. А в большинстве носа, получается, с уровня земли заходит. После присоединения Крыма к Российской империи все российские императоры прибывают. Все же лагеря праздничные, как бы смогут. Выходить там будем отсюда. Класс. А при этом завтра гостей, пожалуйста, всех императоров, только Павел, это мы не однократно. О, мраморная плита. Миш какая-то. Тоже дерево.
входила и оттуда. Пошли дальше. Класс.